Всем привет! Меня зовут Валерий Макаров, мне 20 лет, и я из города Самара. Я оперный певец, тенор. Третий сезон работаю в Большом театре. Очень люблю оперу и все, что с ней связано. В музыке я нахожу себя. Могу прожить разные жизни. И, наверное, доносить какую-то очень важную информацию, энергию для людей, что музыка – это язык международный, музыка – это такой язык, который понимают все. В этом проекте мне интересно поучаствовать, потому что он раскрывает такие классические границы и дает возможность спеть те произведения, которые я не могу спеть в своей повседневной работе. Как и каждый артист, я волнуюсь. Мне кажется, вот этот азарт перед сценой, волнение должно присутствовать. Ну, волнение, наверное, приятное, потому что встреча со зрителем – это всегда праздник. Какой красивый молодой человек. Это мой стиль, мой пиджачок. Золотой парень. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители и телезрители. Меня зовут Валерий Макаров. Я оперный певец, тенор. Мне 20 лет, и сегодня я исполню для вас одну из своих самых любимых итальянских арий. Немножко Коля Басков такой. Да. Немножко Николай. Вот так начинается отборочный тур. Ну-ка, все вместе. С оперы. Ой, пиджак, как у меня, золотой, весь горит. Но нашего Колю никто не подвинет. А его никто не собирается. Никто не подвинет нашего Коля. Коля – это Коля. Посмотри на стойку. Да. Ну, слушай, это на самом деле стандартная стойка классических исполнителей. Приятно очень. Ну, давай, интересно просто. У него такой поставленный, удачи, прямо мощный голос. Значит, так и спеть должен. Ничего себе начало! Спасибо. 97 голосов! Валера, блистательно, невероятно, красиво, импозантно. Королева опера вернулась на нашу сцену.
И даже могу сказать, исполняя такую сложнейшую арию, песенку Герцога, еще держать микрофон в руке, это очень сложно, потому что зажимается левая или правая часть. Но ты справился с этим великолепно. Спасибо. Если бы я был в экспертах, я незамедлительно бы поднялся уже после первой каденции, даже не ждал твоей верхней оси. Ну что ж. Так это же молодой Коля Басков, вы посмотрите. Ну, пиджак мой. Я стою рядом с оперными певцами, с твоими коллегами, в оперном уголке. Итак, Николай. Оперный уголок. Премьер театра Станиславского Нюровича Данченко. Все мое детство прошло на ваших спектаклях, потому что часто ходили, еще когда я в училище учился, на ваши спектакли, поэтому я знаю почти ваш весь репертуар. Вот так, Коля. Для меня большая честь сегодня петь вообще перед таким жюри. Перед тремя тенорами. Огромная честь. Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, Валеру я наблюдаю уже на горизонте очень много лет, наверное, уже лет 6 или 7. Ну, начнем с того, что великий Доминго его уже поощрил. Это было, правильно? Вот буквально недавно. Специальный это приз был. Специальным на конкурсе. Призом своим. Также Хосе Коррерас тоже уже погладил его по голове. Понимаете, да? Ну, человек очень одаренный, молодой и... Такое бывает очень редко, когда в 20 лет ты можешь держать в своем репертуаре уже не одну оперную лирическую партию для тенора. Он идет к своему успеху семимильными шагами. И я вот не помню, скажи мне, пожалуйста, Елена Васильевна Образцова успела тебя услышать? Да, мне было на тот момент 12 лет. Елена Васильевна была жива, я вот занял гран-при на ее конкурсе. Вот, вот. Вот о чем я вам и хотел сказать. С этого началась моя такая жизнь творческая. Мне, когда было 20 лет, я тоже пел лирическим тенором. Сейчас 45. А потом я стал хорошо питаться и перешел в драматические. Ну, как говорил мой педагог по вокалу, главное правило оперного певца – есть надо часто, но много. Конечно. Хорошо. Диафрагму надо поддерживать хорошим желудком. Да. Вот, поэтому я желаю тебе в дальнейшем петь самые дорогооплачиваемые партии для тенора. Поздравляю тебя, Валер, молодец. Спасибо огромное. Я хочу передать микрофон премьеру Владимиру Потанскому, солисту Венской оперы. Валерий, поздравляю. Это было прекрасно. Великолепная техника. Ты уже выступаешь на одних из крупнейших площадок мира. И, конечно, очень приятно видеть твой колоссальный рост, твое движение вперед. Пусть так же все будет и дальше. Поздравляю. Благодарю вас. Я хочу, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо моим дорогим педагогам, без которых этого бы ничего не было. Спасибо всем тем, кто вкладывает в меня частичку своей души. Это очень важно для нас, молодых. Спасибо огромное. И спасибо вам еще раз большое. Я хотел еще добавить про Валеру два слова. Это, наверное, самое важное. Он постеснялся, не сказал. Это стажерская группа Большого театра. Так, я иду дальше. Оперная тоже певица, профессор. Хочу предоставить слово. Спасибо, Николай Викторович. Да. Вы вскочили прямо на 20-й секунде. Это правда, потому что, ну, голос тенора – это особенный голос. Это уже, знаете, это подарок сверху. Это особенный режим, особый уже уклад жизни вашей, особый ритм. То есть вы себе не можете позволить, по сути, ничего. Извините, пожалуйста. Что значит, по сути, ничего? Николай знает об этом как ну, никто. Ну, если... Хотя... Почему? Ну, хотя бы... Ваша да. генетика позволяет. За неделю, нельзя. Это точно. За неделю нельзя. Да, а то и дольше. Вот, берегите себя с молоду, берегите свой голос, тембр. Я вам желаю только побед. Потрясающе прозвучали ровно, ярко, тембристо, красиво и очень темпераментно. Потому что, конечно же, Герцога по-другому петь нельзя. Спасибо вам. Желаю вам победы. Спасибо. Победы, как мое имя. Спасибо, Николай Викторович, спасибо. А вот в вашем ряду есть человек, который сидит на красном фоне. Чувствуется, что билеты в Большой театр он не получит. Александр Киреев, композитор, певец. Да, Николай. И
Честно говоря, был у меня момент, когда в самом конце вашего выступления мне хотелось вскочить, потому что выступление-то на самом деле практически безупречное, но... Верхние си, он да, держал он почти вот меня прижал секунд. Этим верхним си, честно говоря. Мне не хватило легкости вот этой, как обычно в опере, вот это какая произведение... Какая в опере легкость? Вот это произведение вы поете. Какая очень опера? Легко. Да нет, ничего не легко. Ему еще 20 лет, это вообще уникально, что он делает. И самое главное, почему я не встал, потому что на самом деле очень хочется вас в батлах посмотреть, что вы можете еще. Вот, собственно, несколько причин. Спасибо. А так прекрасно. Поэтому у нас, дорогие друзья, 100 экспертов, 100 различных мнений. И я хочу передать микрофон Олегу Газманову. Всем привет, я здесь первый раз. Очень весело, очень классно. Это только начало. Ну, да. Ну, я как бы не специалист в таком вокале, но прекрасный голос вообще, что еще сказать. Я узнал от Николая интересную вещь. Вот я думаю, чего у меня так си наверху тяжело берется? Оказывается, микрофон в руке нельзя держать вообще. Кстати, вот лет 25 или 30 назад у меня в эскадроне до было наверху, ну, проходящее такое. Но это не важно. Не важно, кто выше ноту возьмет. Проходящее оно ушло? Нет, понимаешь, в шоу-бизнесе, Коль, не важно, кто выше ноту возьмет. Важно, кто дольше ее протянет, понимаешь? Вот, а вообще, конечно, прекрасно. Я ничего себе думаю, первый человек вышел, да, и такой сразу, что же дальше будет? Прекрасно. Благодарю вас, спасибо. Сергей Лазарев. Валерий, ну, можно любить или не любить оперу, но отрицать талант невозможно. Вы безусловный талант, и вы большая-большая звезда. Я почему это прямо сейчас вижу? Ваша скромность говорит о вашем упорстве, о вашем трудолюбии, о том, что для вас это настоящая жизнь, сцена — это ваша жизнь. Я могу сказать, что можно не любить оперу, но когда перед тобой стоит... Что настоящий... значит «можно не любить оперу»? Ну, слушай, кто-то любит, кто-то любит. Кто-то не любил раньше иностранные песни, кто-то не любил это. Я счастлив, что «Ну-ка, все вместе» открывает в том числе для зрителей, для большой массовой аудитории и оперу в том числе. Благодаря вам сегодня. Спасибо вам за это. И это невероятно высокий балл для начала шоу. Круто. Поздравляю тебя. Я тоже вам хочу выразить большую благодарность, потому что обычно на ТВ-экранах очень редко удается спеть оперу, и я вообще благодарен, что это шоу во всех жанрах развивается и дает возможность классической музыке звучать. Потому что у нас она лучшее сейчас шоу! Очень нужна для всех. У нас лучшее шоу! Браво. Ну что ж, я провожаю тебя в тройку лидеров. Валера Макаров, 97 баллов. Браво, Валера!